преподавал в институте на ветфаке. На ветеринарии. А, она ж такая говорила, а теперь все передумала. Ну, не знаю, еще пока закончится, я последний год будет колледж заканчивать, а потом уже. Да, ну то еще. Собиралась в институт, а теперь что-то у нее заклинило, передумала. Да ну за год еще несколько раз передумала. Да, оно ж возраст такой, знаете, сегодня одно, завтра другое. Хапанет. Хаски никогда не укусит. У них... Никогда, да? Никогда. У них отсутствует ген агрессивности к человеку. Ой, ну ладно, поехали. Сюда во двор? Вернетесь. Хорошо. А то ж я еду к львиному сердцу. Хозяин Сережа был, тоже наш клиент. Покупал у нас собаку, дрессировали мы ему собаку. Лет уже 15-20 прошло. Да, я понял. Закрыто львиное сердце не работает. Открылась, да? Ну кто-то тут все равно хозяин есть, наверное. Потому что тут он мусором забрасывает, все убирает, все здесь. Может быть, человек, который, знаете, просто. Да может охрану наняли, да. Ухаживает. Следить. Это просто. Вот тут же засыпят, да, мусорят, как в дома у нас там частные смотрят. Заросло, там смотрят, все. И давай туда сносить. Какой подъезд? Еще следующий. Хорошо. Рублей. 136 рублей. Пожалуйста, и вам спасибо. Всего доброго. Да, дедушке тоже пора отдыхать, нет, никак не попаду. Не говорите, работа вас тоже. Пока мне сын такси работает. О, ну тогда вы представляете, что это так. А? Скороход Олег. Новый заказ. Не, а в какой он службе? Он же, я в трех службах. А он в двух. Всего доброго. Новый заказ.